что, золотые мои дорогие, мы сейчас поедем во Франкфурт, аэропорт. Петюшенька наш улетает в Бангкок. К расставаниям привыкнуть не могу. Годы не могу. И левка наш тут. Ну что, поехали. Немножечко шумно, но я все-таки постараюсь прокомментировать. Мы подъезжаем к аэропорту города Франкфурта-на-Майне. Уже и самолетики летят совсем низко на посадку. Гостиница Хилтон. Доехали мы довольно-таки быстро. За сколько, Володюшка? Ну, минут за 45. 45 минут где-то. Не было никакой штау. То есть не было. Не было пробок. Все выше и выше и выше. Нет, закрыто. Закрыто, все занято? Я бы на 5 летел красную станцию. Я бы на 6 открыто. Ну давай поедем. Машину мы припарковали. И теперь отправимся. Моя золотая. Вовочка, а ты запомнил, где мы? Испугались, говорю, быстро встали к зеркалу, я вас буду снимать. Нет, они встали, прижались к стеночке. Шутники! Идут мои золотые по длинному коридору. Один направо, другой налево. Ну, я-то стою на месте. Я все снимаю.
люблю аэропорт. Потому что большинство людей летит отдыхать. Мне самое главное не заблудиться. Я так думаю, что мне просто необходимо поторапливаться. Иначе я потеряю моих мужчин из вида. А мы все идем, идем и идем. Петюшенька наш сейчас сдает багаж. Unchecken. Время 16:10. А вылет 17:30. Володюшка. Мы ждем. Просто вот мне интересно было. На синей футболке написано сзади «Барнаул». Что она пробежала уже туда, я видела, а потом пробежала назад. Спортивные девчонки, в общем. Пойду к моим мужчинам. Ну что, Петюшенька, все? Багаж нормально? Перекур. Ой, я вам честно скажу, у меня дух захватывает. Я ненавижу эти минуты проводов. Аэропорт Франкфурта очень-очень большой. Вот этот самолет, Катар, на котором прилетит Петюша в Бангкок. Я буду тоже целовать сына. Сейчас Володюшка заплатит за парковку машины. И пойдем мы в машинку. Папочка мой идет. Ищем машинку. Уже нашли наш Mi Rock.
Ехали мы наверх на парковку, а теперь спускаемся и едем вниз. Карточку подаем. Шлагбаум открылся. Приезжаем. Путь свободен. Время 16:52. Через полчаса, в 17:30, Петюшенька вылетает. Время, конечно, пролетело очень быстро. 2 недели. И как мы всегда говорим с Петюшей, когда он улетает, а мы еще даже и не наговорились. И так всегда. Самолетики сейчас летят совсем низко, потому что идут на посадку. Блау-Вундер я называю его. Голубой мост. Это в Дрездене был мост такой, да, назывался Блау-Вундер. Голубое чудо, да. Этот мост соединяет Нидерберг и Зульцбах. Зульцбах. Въезжаем в наш Зульцбах. Ворота в Швейцарии.